Вы когда-нибудь видели дрессированного барана? Смотри, скричай! Нет, я про этих маленьких барашков. Хором. Да. Стоп, 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 стоп. Хором. Да. Молодцы. Я, конечно, не знаю, как мужику это удалось, но мне известны мотивы этого дядьки. Просто он хочет стать неебической рок-звездой и научиться заводить зал. И для начала тренируется на маленьких баранах. Хором. Да. А потом он, наверное, выучил английский и поехал в Штаты успокаивать гусей. Все. Ладно, я. Хватит! Я думаю, из этого мужика охуенный супергерой выйдет. Типа Аквамена, только вместо рыб он в помощи баранов прибегать будет. Баран-мен. О боже, он красный пакетик. Без паники. Баран-мен вам поможет. Борис, кончай. Но в итоге мужик почувствовал свое умственное превосходство над барашками и захотел большего. Что его и погубило. Хором. Да. Я нашел самый крутой способ посадки в машину. И чтобы сесть, нам даже дверь открывать не понадобится. Кстати, слово, которое он произносит в начале, очень похоже на русское «левый». Левый! Да и в машину он левой ногой залазит. Вполне возможно, что этому трюку его наши ребята научили. Это еще хуйня. Потусил с ними чуть подольше, они бы его научили в машину с закрытыми окнами точно так же входить. Это он так запросто в низкую тачку садится. А как бы он залез, например, в Range Rover? У нас нет видео для шутки про Range Rover. Play me off, Johnny! Да и вообще, я думаю, этот чувак настолько крут, что выходит из машины точно так же, как в нее и садится. Короче, следующее видео про кота. Знаете? Вы знаете, что актер и рестлер Дуэйн Скала Джонсон имеет ученую степень по криминологии? Ха! Теперь вы узнали хоть что-то полезное, смотря при 100-500. Бля, ну серьезно? Кот подпрыгнул так, будто не собирался на землю возвращаться. Видимо, на днях пересмотрел все части истории игрушек и хуйнул вверх, как Базз Лайтер. To infinity and beyond! Еще мне нравится задорный смех чувака, который все это снимал. Но зря они так веселят, потому что кошак побежал собирать своих братанов с района, чтобы отмудохать негодяев, испортивших ему водопой. И в самом конце видео вставлена охуительная заставочка. Я замечал ее во многих видео, которые мне присылают. И меня, блядь, очень радует, как надпись четко сочетается с этим стандартным шаблоном. Если так подумать, то туда можно все что угодно вписать, и это будет выглядеть охуенно стильно. Хотя такая надпись реально имеет хоть какую-то смысловую связь с шаблоном. Окей, последнее видео очень крутое. Я его прям сразу целиком покажу. Оно опять под музыку и там танцует. Ребят, серьезно, не ебучо за трек играет. Если знал, то уже бы на улице к людям подходил, распускал крылья и... Не хочешь, конечно, снести хуйню, но палец вверх, если ты не гей. Ну или просто, если зажал в этом моменте. Мне, кстати, очень жалко серенькую птичку. Я представляю, какая паника творится у нее в голове. Она даже не подозревает, что для нее танцует брачный танец. Если бы так же было у людей, то я боюсь подумать, что бы тогда творилось в ночных клубах. Ха, сейчас пойду вон к той девчонке подкачу. Хотя эта птица, по правде, научилась ебашить лазером из глаз. И начала палить по всему, что движется. Сука.